Активисты по борьбе с изменением климата во вторник организовали акцию протеста против проведения международного автосалона в Мюнхене. Несколько человек, используя альпинистское снаряжение, повисли над мостом, который проходит над одним из самых загруженных автобанов. В целях безопасности полиция остановила движение, на дорогах образовались пробки. Замечены были активисты рядом с павильонами, где проходит автосалон. Свой протест они выражали, стоя в пруду с плакатами. Производители машин они называют «убийцами климата». Автосалон не может обдурить нас, несмотря на псевдозеленый оттенок. Его цель – получить больше прибыли от убийц климата. Автомобильная промышленность распродает будущее молодых людей. Это необходимо остановить. Чтобы сдержать рост глобальных температур на уровне 1,5 градусов, производители во всем мире не позднее 2030 года должны остановить выпуск новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Несмотря на то, что автосалон пытается угодить защитникам природы, уделяя большое внимание электрокарам и другим видам экологически чистого транспорта, этого оказалось недостаточно. Ранее сразу несколько организаций пообещали провести масштабную демонстрацию против зеленого пиара, которым занимаются автопроизводители. А группа «Песок в шестеренках», разгромившая 40 роскошных автомобилей перед началом прошлой выставки, пообещала в этот раз устроить масштабную акцию гражданского неповиновения. На автошоу будут работать 4500 полицейских. Так много правоохранителей за последние 20 лет не было ни на одном мероприятии в Мюнхене.